В Махачкале снова стрельба. Звуки выстрелов были слышны вечером 25 июня. Об этом сообщала пропагандистская РИА Новости со ссылкой на источник на месте. Силовики перекрывали университетскую площадь в центре Махачкалы, уточняла ТАСС. Был введен план перехват, разыскивали двух вооруженных людей, предварительно открывших огонь по сотруднику ППС. В городе был общий сбор сотрудников МВД. По данным ШОТ, один из сотрудников патрульно-постовой службы увидел подозрительную черную «Приору», внутри которой были два человека, одетых во все черное. При попытке приблизиться они предварительно открыли стрельбу, после чего скрылись. Жители просили не покидать свои дома. Напомним, 23 июня вооруженная группа людей устроила стрельбу в Махачкале и Дербенте. Целью нападавших стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В результате событий 21 человек погиб. Пятеро мужчин, совершивших нападение, были ликвидированы. Путин посмертно наградил орденом мужества убитого в Дагестане священника Николая Котельникова, а также медалью за отвагу погибшего охранника церкви и 20 полицейских, 15 из них посмертно.